слышишь, просто лежишь, а под тобой мелькает крыша. Уходит даль огни, ты летишь на главный. Мать звонит, переживает, ответь давай, набирай. Не заставляй видать ее, скажи алло, да, все нормально. Он в ванной занят, не знаю, правда, все нормально. Да, обязательно, до свидания, пизда. Открой глаза, братан, я умоляю. Я не отдам тебя туда, пускай они мечтают. На чай хочешь, братан, ты хочешь чай. Вставай, давай, я помогу, ты как нормально. Башка болит, все кружится, давай дыши поглубже. Какие силы, я похватил такого ужаса. Братан, я рад, что ты очнулся. На маме набери, она что-то волнуется. Какие мы? Наркоман или пьяница? Вчера же была пятница. Тебе не нравится, куда мы катимся? Это в реальности, ущипните меня. Все наяву, поутру нового дня. Раздуплит плотно забитый косяк. Я посижу, и ты, братка, рядом присядь. Они висят, базарят. Они висят на тяжелом, тяжело же бывает. Это жизнь, и мы родом с этих окраин. И если ты не прав, то тебя поправят. Тут нету правил, тут нет нормальных. Среди обоссанных падиков, заплеванных зданий. Все так, как было, все так и оставим. Походу в этой жизни я ничего не шарю. Какие мы? Такая жизнь. Я не учу тебя, я сам не шарю в жизни. Я не один. Соврать, нахуй твоих, нахуй моих, давай за правду. Помню, не вывозил, да ладно, я ж не вывозил. Припизденные суки хотят мяса, так лучше просили б. Давай проси меня, я сведусь на килограммы веса. Твой продукт вряд ли для нашей тусы, сука. Все твои грязные мыслишки тут. Владимир знает, что такое дуть, и точно будет дуть. Парни не слышат, когда в стенах стук. Им больше интересно новое битло и конечный продукт. Ты в комнате с микро в наглую. Но надо же как-то давать волю эмоциям. При фонарях нам довольно светло ночью. Здесь те, кто давно начал и уж точно не рано закончит. Какие мы? Такая жизнь. Я не учу тебя, я сам не шарю в жизни. Я не один, со мной ты. Все как по фильму, только роли нихуя не главное. Какие мы? Такая жизнь. Я не учу тебя, я сам не шарю в жизни. Я не один, со мной ты. Все как по фильму, только роли.